занимался. Это мой хороший друг Хусан, с которым мы не виделись долгих 3 года. Вместе мы участвовали в соревнованиях по плаванию от нашего университета. И, кстати, он раньше входил в сборную Узбекистана по плаванию. Ничего, я в сборную лягушатника по плаванию. Но я тоже, кстати, неплохо плаваю. Давайте я вам расскажу одну правдивую историю, которая ходит в нашем университете, одну легенду. Как-то встретились Ансары Хусан, и после этого намокла погода в Шанхае. Сегодня погода в Шанхае дождливая, так что моя история была правдивой. Мы просто катаемся по кампусу, так сказать, устраиваем тур по памяти. Все, Хусан поехал к себе в отель, потому что завтра у него экспо, он должен рано вставать. Ну, как мы знаем, это все отмазки, конечно. И что? Хусан приехал сюда вообще-то по работе. Я пока пойду покушаю вкусненький малатан, закажу себе сосисочек, лапшички, рисик. Это все хорошенько обжарят в чуть-чуть островатом соусе. Ну и, в принципе, так и закончился день. Только потом я еще чутка проголодался, заказал себе чуть-чуть KFC. Очень плохо спал. Сегодня вторник. Сегодня будет награждение студентов. И лук на сегодня. Мантия Делутонга. Сегодня самый волнительный день. Самый радостный. Родители, студентов, все учителя рядные, много разных фотографов. Еды, походу, будет много. Ну, в принципе, сегодня он ничем так не отличается, потому что еще полчаса целых до начала этого всего. Анихао. Джим бухой ее. Они готовятся, будут выступать на сцене. Я убежал очень глупо. Ну все, бежать уже некуда. Началась первая в моей жизни и, надеюсь, последняя выпускная церемония. Потихоньку выходят учителя, представляются и диктуют мотивационные речи. Мне очень помогло. Шучу. Кстати, вот эти веревочки на выпускной шапке должны повернуть на обратную сторону, как бы сказав, что вот твой новый этап жизни. Он начинается. Пока крутые ученики там выступают на сцене, некрутые сидят и корчат рожи. Нас награждают, и мне дарят мишку. Все закончилось. Сейчас буду спускаться вниз. Мне подарили мишку. Лай-лай-лай-лай-лай. Будет ням-ням. Это нужно мало.
А, да, да. Я думала, это бы дала дома. Нима сосама. Шо иден? А, да, Хазакстан, я тида у меня дичин, 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 Hello. Проходило все это мероприятие, предложили поехать на набережку Банд, Вайтан, потому что там происходит событие, которое происходит только раз в год и только на выпуск учеников. На Бане стоят разные здания, высокие, с LED-панелями, и на одном из таких зданий будет высвечиваться надпись «Я люблю Диатлон». Но так как я не имею прям таких теплых чувств к моему университету, я не поеду. Сейчас я еду на Банд. Поеду я на метро. Давно на нем не катался. Ну, 3 года как бы. Я чуть волнуюсь, потому что не знаю, как там, что, как это покупать, какую карточку и что вообще, как передвигаться. Потому что веток метро в Шанхае просто уйма. Сейчас мы едем в банк. Я have car. С выпуском поздравляют. И по пути встретил учениц моего университета. И так совпало, что одна из них была ученицей с моего факультета. Мы разговорились, пофотографировались. И, кстати, мама у нее была просто прекрасная. Как человек добрая, отзывчивая. Поздравила еще меня. За день 10, что я ужинаю.
округу Шанхая, и я до сих пор не сходил в город. Потому что экзамены были, презентации, надо было кое-что сдать. И, ну и вообще я не хотел один выходить, как-то было неловко, некомфортно. И тут я вышел, и я поражен. Хоть, конечно же, он не так сильно изменился за 3 года, но он просто удивительный на самом деле. И он будет поражать каждый раз, всегда. Скоро будем заходить в кампус Сюхуэй. Самый любимый кампус, потому что он находится в центре. Много ресторанов, разных зданий, интересных мест, клубов, конечно. Добро пожаловать в Сюхуэй. Скоро мы встретимся с подругой Дельки Бойной, а пока я расскажу немного о Сюхуэй. Сюхуэй — это то место, которое мне обещали, когда я после фаундейшна приехал, да, на осмотр. Мы ходили, смотрели, нам очень нравилось. Нас спрашивали, красиво ли, мы говорили, да. Хотели бы там учиться? Да, он находится в центре. Но получили мы это? Нет. Мы живем на самом последнем кругу Шанхая, в 1,5 часах езды от центра. Чуть-чуть пофотографируем подругу Дельки. Чуть-чуть еще. Ну, можно еще чуть-чуть. Да, и, в принципе, еще чуть-чуть. Все, осталось совсем чуть-чуть. Пару ходок налево-направо, и мы будем уже у Айтана. Наш общий путь занял примерно 3 часа. Мы протаскивались, пробивались через эту огромную толпу людей, все потные, грязные. Уже 10 раз успели вспотеть, уже 50 раз ходили в душ. И мы дошли. И все это было ради того, чтобы сделать прекрасные фотки. Красивые, эстетичные. Разделся здесь ужасно, жарко, душно. Все мокрые, уставшие, мы приехали в Taco Bell, вкусно покушать. Заказали чуть-чуть миска, ассорти, было очень вкусно. Пока ждали хусана, начали играть в игру, нужно одновременно нажать на 2 тако. И тебе выпадет какой-то сюрпризик. Нам вышел 1+1 заказ. Один покупает, другой в подарок. Пришел хусан. Начали играть уно. Хусан начал обвинять меня в том, что я мошенник. Ну что? Мошенник мошенника видит издалека. Мы начали играть в бильярд только в 3 часа ночи. Во-первых, потому что долго выезжали из центра. А во-вторых, потому что мы просто не могли найти нормальное место. Какое-то сначала нашли, находилось где-то в закрытом молле. Свет был выключен, дозвониться мы дозвонились, но нас в итоге запутали, послали по какому-то лабиринту. И в итоге хусан уже весь потный, задыхается, я весь потный, задыхаюсь. И наступает такой момент, когда хусан уже начинает писать завещание. Сейчас.
своей одеждой в бильярдном баре. Что же будет дальше? Нашел ли я свою форму? Успею ли я на выпуск? На самую главную церемонию этого года? На самую главную церемонию 6 лет?